квартиросъемщики покупают, я приглашаю электрика, наш, который дом обслуживает, и они быстренько меняют. Меняют и не жалеют. В доме на Пролетарской нужно заменить 125 счетчиков из 150. Виктория Буянова контроль за процессом взяла в свои руки. 5-летний опыт трудов в должности председателя совета дома помогает. Удается уговорить на замену приборов даже тех соседей, кто делать это в принципе не хотел. Надо купить, надо сходить в контору, там оформить, оплатить. Вот эта канитель вся, вот только из-за этого, я думаю, из-за этого только. А когда сказала я сама, я вам все сделаю сама, ради бога, только меняйте. Поменять счетчик – дело нехитрое. Это делают работники управляющих компаний. Некоторые – бесплатно. Затем в УК или ДЭК стоит подать заявку о пломбировке прибора учета. Если ее не поставить, показания потом в РКЦ не примут, а старый прибор будет попросту врать. С погрешностями, незаметными глазу, они начинают работать, как только кончается проверочный интервал. Он составляет от 8 лет и обычно указан в паспорте счетчика. Сам он о скором списании тоже может рассказать. У всех счетчиков обычно в правом нижнем углу написан год его выпуска. Если год его выпуска 2002 и ранее, то он подлежит замене. Учитывая возросшее количество бытовых приборов в наших квартирах, этот счетчик, кроме того, является еще и пожароопасным. И максимально опасным для кошелька. Старые приборы умножают суммы в счетах. Если счетчик занижает показания, завышенным станут объемы ОДН. Для соседей в том числе. Да и личные расходы возрастут. В этом случае расчеты производятся по утвержденному действующим законодательством нормативу. При этом начисляется повышающий коэффициент. При среднестатистическом потреблении в данном случае расходы на электроэнергию вырастают минимум в 2 раза. Еще больше они вырастают у тех, кто соглашается на пломбировку счетчиков усилиями разных сторонних фирм. Эти и многие другие услуги часто рекламируют с помощью объявлений. Похожие на официальное извещение бумаги призывают срочно звонить и платить. Но ставить пломбы могут только организации, имеющие на это лицензию. У управляющей компании ее можно запросить. Кристина Каширина, Наталья Бернацкая, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».